Это проклятие. Люди, которым ты помогла. Дети, которых вдохновила. Я сейчас улыбаюсь, Христо. Всем привет, ребята. Я продолжаю играть в Far Cry New Dawn. Погнали, погнали. Поселение на западе я всегда привлекал к делу нужных людей. Именно от них, специалистов, зависит развитие нашего дома. Без них нам ничего не добиться. Твои специалисты трудятся на славу. Думаю, пора начать развивать процветание. Знаешь что, Кэм? Я горжусь тобой и поручаю это тебе. А что именно-то? Улучшить процветание. Улучшить постройки. Спасибо, что освободила. Ты знаешь, я помогу, чем смогу. Дай намёка мне эти постройки улучшить. О, похоже на вынеску Хагрида из Гарри Поттера. Ну, схватость такая-то, в принципе. Погнали, садись. Села? Молодец, погнали. Ну тогда опасно, да, их какого-то там. И пусть хотя бы три постройки. Играть. Прикрой себя сама. Ой, какой красавец. Какой красавец. Опа-опа-опа, можно и вот так давай. Опа. Опа. Так. Ну погнали тогда. Тетя. Тупо всю эту конете. Тупо всю конетель посла, погнали вот за этой вот. Погнали за сегодня специалистом, но я ничего не знаю. Погнали, я вот заметился, приметил тебе. Наконец-то! Вот он первый на саванпост. Ой, все забор видели. Так. Как они нас запалили-то, я не понимаю. Освободите аванпост. Враг вызвал подкрепление. Это нечестно. Не шучу, скоро будем. Это издевательство! Да сколько можно-то? Сдохни ты! Враг уничтожен! Пиздец, вот падла, а! Держитесь, подлога в пути со стороны дороги! Да падла какие! Заебанился, блядь, стрелять! Кто там, сука, мотит его? Там граната пускает. Заебали, пацаны, да сдохни, дурная. И ты тоже сдохни. Нафиг эту зобу. Спасибо, что сказала. Да заебали уже вы стрелять этими хуй. Че и помогать, а? О, я вниз тер. Я тер вниз, а я тер вниз, а я тер вниз. Меня спасай, иди! Давай, подруга! Я тебя вижу! Я вас тоже! Я звала бы это выстрелом на медаль! Неплохо ты её урыла!
Теперь у меня взламывают замки. Ха. О, боже, сделай что-нибудь. Ты там. Помогите отца. Ты не. Меня попали. Ты можешь не идти в пекло, а заныкаться куда-нибудь, как я. Видят, я заныкалась. Его, бери орелку. Вот эту красавцу бери. Кто там пуляет? Вот найти бы этого человека, взглянуть ему прямо в ебало. Чё? И чё это сейчас было? Красавец. Вот сюда его. Ладно, значит, это сюда. Ага, не доедет. Красиво! Убивать гражданских. Блять, сука, я убила всего. Я убила его. Я не убила злодея, я убила его. Говорит тело, которое говорит вместо того, чтобы застрелить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот это сволочь. Какой бункер-то? Давай, где-то только показывайся. Не-а. Бля, вот просто дофига, пацаны, я заебусь от этих пёр. По одному тут. Не знаю, он просто дуба... Алё. Давай. Охуеть. Да, бля! Да, подожди, я призрезаю, что я могу тебе плохо, как всегда. Сука. Это я. Сука, близко со щитами меня выносят. Лустим. Он умер, а не ранен. Моё. А, это всё, пацаны, я вас не веду просто. Да я просто отряпа, просто хотя, бля. А, вот ты, кстати. Все. Он говорил за всех. Да, он говорил за всех. Вот и где мы теперь? Песком, блять, пошли. Офигенно. Теперь тех уродов опять отстреливать. Охуенно просто. Пацаны. Или заново перед... О, охуенно просто. Все тебе надо. Боже, дружочек, у меня тут случай эпического провала. В прямом смысле этого слова. Я эти выращиваю травы. Ну, ты понимаешь. И? Спрашивай, какие? Те самые, да. Те самые. Свой полевой комплект и... Он упал. Свалился, блин, прямо в эту странную дыру. А там, типа, результат всей моей работы за год. Что за набор? Ну, за последние полгода он спас меня от 8 недостаточностей и 4 инфекций. Я, конечно, могу вырастить все заново, но если по чесноку... Ну реально, дружочек, это аптечка, я без нее сдохну. Ну тебя не урожая точно не дотяну. Да что там, до следующего месяца. Сейчас люди мрут от любой заразы. Достанем аптечку, и мы протянем еще какое-то время. Чтоб с чистой душой сдохнуть в бою. Кто наступил на гвоздь. Увидимся позже. В смысле увидимся позже? Могла бы что-нибудь воодушевляющее сказать. Туда нам где-то лестница, нет? Нужно проще относиться к заднице. Это природный карман. Я пройду там пару полезных.
Ну офигенно. А, святые сиськи Йети. Кажется, тут не подняться, дружочек. Придется найти другой способ. Это мне бы так не получился попасть. Я вообще хотел парашют раскрыть, но не успел. Интересно, а что будет, если... В смысле? Я одна здесь? Только звук мне не нравится. То есть, а как вам на... Зоне поисков. Кого? Бля, меня пугает это место. Мама! Нафига к дыре это возвращаться, если даже не забрала твою работу? Но к биосок это не относится, он всегда и под водой, и не под водой. Забудь, короче. Блин, нельзя. Бля, я потом заплузу, когда буду обратно убегать. Мама! Сигам! Ага, блядь. Вот, ага. Следующий. Сказал заведующий. Пиздец, вы издеваетесь? Я не тупику. Ну конечно, на дно после. Пиздец, как черепаха! Ты, главное, не паникуй. Паниковать моя прерогатива. Если паниковать, то быстро кончится кислород. А так и утонуть недолго. Основа физиологии. Ты понимаете, придурочная! Ну и чё, Данси, стрелять тебя, что ли? Так, что там за скрипучее волшебство ты применила? Сделай это ещё раз. Вентили, покрути или рычаги, подёргай, короче, увеличь давление. Так, давай тогда поймём, куда нам надо идти тогда потом. Туда, значит, понятно. Издевайся.
Нет, вон еще. Закройте все вентили. На вход закройте все. Ёбаный в рот, да как это работает-то? Чё дальше? А, бегите. Вот это пиздец. Там проползу как-нибудь. Да, проползу. Как я крокодилов выиграю? Мне просто интересно. Я задаю неудобные вопросы, сука. Как я выиграю вам крокодила? В воде! Издевательство сейчас такое было. Нафига мне стреляла, если я могу использовать оружие. Но маки не умные. Ну на бочку, во-первых, я не залезу. А, вижу. Бери и залезай, мне кажется, кто-то за мной гонится сейчас. А я моё воображение, моя эго. Ну и где вы, блядь? Давай найдем эту змею, я чуть ее не вижу здесь. Но она где-то забурсает. Я ее слышу. Покачайтесь. Там змеи, там и крокодилы. Не, погоди, это проводы. Ты сад.
своими крокодилами, надо ебнуться. Только пугать умеет. Наконец-то, как собрать? Хрен узнает. Хрен узнает. Просто повезло, пока что ни одного не увидела. Ну и где они? А вот ты где. Всего одна змея на уровень. Ага. Обыскать. Скоро кого? О, а вот и крокодайл. Да блядь! Да ты, блядь, дура, блядь! Вот, блядь, тупина! Вот тупица! Да вот за, блядь, дура! Сука, залезать разучился. Ты сдал, что ли? Стали, блядь! Стали, сука! Я не умею, блядь. Вот где? Вот и где все крокодилы, блядь? Явно ни одного крокодила, Залезай! Вот, блядь, дура! Это пиздец! Это пиздец! Это да, уни, да! Вот и как? Я должна обратно бежать? Не анимацию впрягли. Вот говно. Еще больше воды. Шевели жопкой, дружочек. Бегом, бегом, бегом. Ну конечно, сука, я еще и дрифтую, блядь. Да пою обина! Да быстрей! Пиздец! Это да он! Тора не знает, что такое быстрее! Таусов, Таусов! Вот это потный уровень. Господи, отдох какой. Чуть не продолбала ее. А, да. Ах ты моя симпатошечка. Она снова с нами. Как же это облегчит мне жизнь. Теперь, когда расчесываешь укусы, можно не бояться занести инфекцию и помереть от сепсиса. Ну, спасибо. Респект тебе. Я вообще собиралась помогать людям, все такое, а не корешки в грязи дергать. Можно я пойду с тобой? Устрою лабораторию у тебя в саду или где угодно. Прокачаю твою иммунную систему. Конституция, вот это вот, все. Я, короче, там сейчас обустроюсь, да? Ну все, я пошла. Обживусь там. Еще раз спасибо, дружочек. Нет, да, сэр. Мир прогнил. Говнюки. Походу на улице плохая погода, ребят, сегодня.
Это меня не радует, конечно. А что сделаешь? Взаимодействие. А что так сразу не сделал, а? Носа, носа, пошли. Я думала, мне конец. Со мной ты в безопасности. Погнали, да, схутор. КамАЗ на слишком примитив. Я тут. Так, бляха. Ну чё вы без меня делали? Это еще раз. Да, все мое будет. Все одни придурки. Не, это свои. Знаешь что? Таски красные хорошие, но скутер лучше. Погнали. Я тут, едем. Погнали. Я вас, пацаны, конечно, в кустах не видел, но надеюсь, увижу. Да за это оно, правильно, да? Я не перепутал на тему. Все. Ты че офигела? Это мое. Я первую ее увидела. Во, а кого ты, кстати? Наслата тут. Бля, красота меня пугает. Это 0.40, yeah! Да, но нам это 0 этого маловато. Нам и побольше. Так я ни одну базу не засищу. Опа. Ну это ебанутое место, где мы, сука, остановились, блядь. И опять собирать эту хуе, блядь. Ну а нет, все нормально, все нормально. И стой около дороги. И останавливай этих уродов. Да, блядь, где? Где дорога-то, блядь? Ему сказали на пятка в этом КамАЗе. Нихуя! Yes! Попала! Ага. Пропала, да! Ага. Моя. Если я его привезу, мне... Не смогу просто. О, куда мы хотели, спасибо. Теперь, когда ты с нами, все изменится. Они нас позалели, да, они нас позалели. А, змеи. Я не вижу ни одну. Осторожнее, там пчелы! Тут еще и змеи, оказывается, есть. Но я ни одну не вижу. Где? Где? А, вот она. Так и выживаем. Угу. Охуеть. Мое. О, мое. О, это тоже мое, я его заприметила. Моё, я первую её увидела. Всё, бурденьки все. Нам повезло, мы когда сдохли, нас первым делом сюда подлатили. Где? По-моему, туда и здесь. Нет? А у вас в домике что-нибудь есть? Не, домик заваленный. Ой, знакомое место, кстати. Чё тебя не устраивает, а? Бунг, чё, блин, язык сломается. Так.
Давай аванпост, который нам дали. Но нам идти некуда, знаешь, куда мы тебе пойдем? Вот сюда. А потом на аванпост. Спортзавод, блин. Да сволочь, заметили. Я кто-то убил. Ребята, я найду, я узнаю, и потом тем не добровать. Чё, вот чё это такое было сейчас? Контр. Ох ты, спидо! Сука, ты такая! Думаю, почему я подыхаю, блядь? Да кто там? Держитесь, подмога в пути со стороны дороги! Устанавливайся, а, вот он. Ага, спасибо, что спалилась, папа. То есть всё. Только я всё. Да, и всё. Херать. Это я заметила. Нет, без нее я не смогу, состав отряда. Ну, собаку тогда. То с кабана смогу потом взять. Чё ты медлила? А, чё такое за розовый приход сейчас? Спиртзавод! Нас! Тему нам нужно отправляться вот на этот теперь аванпост. С точка связи. Но я что-то никому не вижу. В наглую пойду, нафиг. О, один есть. Что за? Эфка. Тут никого нет, пацаны, если кто. Вас кто-то выкасывает, если бы я знал, кто это, я бы сказал ему, что так делать не надо. Какого подкрепления нам не нужно? Ух ты, сфотно. Нет, молодец. Молодец, я говорю. Все, я не должен тебя нахваливать. Ну конечно, блядь. Быстрее! Молодец, собачка. Какого дьявола, да? Быстрее, можно, пожалуйста. Вижу. Ты сволочь такая! Вижу.
Сито. Приближаемся к вам по дороге. Сволоть, еще одни. Так, вот тут 100% никого нету. Еще есть. Идут, я придурки. Так, и все, есть. Вон он маленький. Тебя припрёт. Думаю, последний. Ты уж, пацаны, задолбалась выгасывать. Не разрушены хорошо, какие-то вообще не разрушены, какие-то даже не думали разрушать. Какая тут странная разрушительная была. Ха-ха-ха! Батька, ты где? Вот ты где. Но! Мне нужен серьезный враг. Так что состав отряда. В смысле? А, F, вернуть строй. Положись на меня. Давай. Иди сюда, ты где? Фига себе, там Асуни приехала, круто. Давай, выходи, на северный бой тебя будет. Захватываем все один на ванпост. Хал забит на ванпостов. Че моя? Крутая рута, да? Впереди кто-то есть. Так, выгасывай его. Хотя, знаете, как нам бы сделать? Залезть бы на выску и с выской бы всех погасить. Нельзя здесь оставаться. Сволоцы, но все-таки спать. О! Отличное оружие, вот как писаное. Они тебя прикроют, пацаны, я тебя отвечаю тоже. Стороны дороги это плохо. А, не хорошо, нормально все. О, давай, делайте призрак сюда, пацаны. Не надо, оставайся тут. Я тебя одна, то ли останусь. Тем уроды. Ха! И нас аванпост. Улучшить. Так, уровень один. Все зыбы. Нафига только это делаю. Ну то всего 75. Это немножко совсем. Вы
И я это должна. Я это должна улучшить на 100%. И процветание уровень 2. О, касцена, офигеть. Эй, иди сюда. Сейчас будем есть. Ура! Ну, есть хочу. Остыло. Пахнет так, что долго не простоит. Надеюсь, это комплимент? Мама решила, что нам не помешает поужинать вместе, развеяться. И она права. Нам всем нужно отдохнуть. Только не ей. Она неутомима. Не вместе. Даже не припомню, когда принимала столько гостей. Когда рассказала всему городу, что беременна тобой? Мам. Все так радовались за нас с Ником. Не идеал, и у нас еще много работы. Но приятно вновь иметь какой-то повод для радости. Достойно. Без тебя бы ничего не получилось. Да. Выпей с нами. Давно пора. Да. А че я молчу-то как дура? Что за черт? Опять уроды. Мне это не нравится. Кто? Буду вести детей внутрь. Пошли. Погнали. Че? Хочу мото. Я серьезно. Завис только что. О, нет. Опустите пушки. Уродины! Кармина! Все будет хорошо. Простите, я люблю, когда взрослые обманывают детишек. Великий героический удар. Зачем это делать из-за вашего героя? Пока ты не появилась, все шло гладко, но ты... Ты гребаная проблема. Грабишь нас. Да. С ног на голову. Слушай, да. Нет, не надо. Мученики нам не нужны. Твои придурки. Дальше будет так. Все поймут, что твоя помощь — это проклятие. Люди, которым ты помогла, дети, которых вдохновила. Я сейчас улыбаюсь. Поселения, которые строила, мы отнимем все. И вот тогда мы придем к тебе. Не урони. Кого? Главное в этом мире — сила. Ты выставила нас слабыми. Из нас хватит! Мы заберем все, что тебе дорого. И начнем с дома. А если не хочешь забрать, разрушим. Да, злодей из вас так себе. Лучше уходи отсюда. Ага, это последний. Это было тупое предупреждение. Сюда. О боже. Как она с такой большой секунды не взорвалась? Все хорошо, идем в дом. Идем. Нельзя терять время. Сони теперь ловит пульс радиостанции. Мы не сдадимся. Да, а что это такое? Эксплодит. Здорово. Тебе надо эти пальцы почувствовать, я поняла, все, я подорвала им пукан. Они готовы мстить, я тоже готова мстить. Дёнсе, наконец-то. Мне все рассказала. Пусть рейдеры только попробуют отнять у нас то, что мы построили. Рейдеры вернутся и, уверен, будут во всеоружии. Отлично, они об этом пожалеют. У нас не так много времени, чтобы занять подходящую позицию. Так что нам нужно знать, когда эти ублюдки нападут. Я послал вперед разведчика. Он предупредит нас, если заметит рейдеров. Это даст нам время подготовиться. Мне будет спокойнее, если ты сходишь к ним. Узнай, готов ли он. Права на ошибку нет. Эти стены бегут, мы погибнем. Псо. А где этот разведчик? Разведчик, вот ты где. Я тянь-нибудь. Клэмость на тебя. Все тихо, но они могут нагрянуть в любой момент.
Надеюсь, я успею предупредить всех о появлении рейдеров. Не успею. Чёрт, иду. Давай к остальным, живо! Защитите процветание. Договориться я не успею, а вот улететь. Поднимайте. К нам направляется группа рейдеров. Вы меня отсюда не застрелите, пацаны. А Кармина пусть песком бегает. Я знал эту задачу, поэтому я на это и подписался. Кто ранен? Он сильно опасно ранен. Ауч. Войдите, дайте сначала всех обкраду, потом войду. Измозгать патроны. Вертолетик там остался, замк. Готовьтесь! Это еще не конец! Они здесь! Задайте им жару! Откуда? И где они? Кармина, это что не заслал-то? Что там осталось? Вижу бандита, будь начеку. Я вообще никого не вижу. Посетите процветание. Ну тут хоть кто-то есть, я вообще никого не вижу. Спасибо, у меня моя Розаус. О, красавы. Не бегайте, как придурки. Она в самой пути была событий. Ты прямо очень плохо прятаешься тем. Опасно ранена. И она. Очень опасно ранена. Давай, я сохраняю его. Все ранены. Убери это от меня. Я не стреляю в тебя. И Кармина там остался. Я ей просто не завидую вообще. Она в самой гуще событий сидит. В самой гуще. При этом она как-то не сдохла. Как? Не знаю, волшебство. Посетите. А чё, всё, нету с тобой кого-то. А вот они в придурке. Ой, извиняюсь. Это специально задело. То есть не, за, не специально задело. Сядься давай. Сядься. Все патроны у нас потратил. Болтать тебя, ты его даже не могла защитить никак. Вижу, вижу нас.
Мой, где он, блин? Да конечно, он пусть не встанет. Думал, там навсегда останется. Они едут! Северная стена! А я знаю, что за стена. А, вот, вот это самая первая стена. Молодец, что стрельнула. Осторожно, там враг! Сладкий стоп! Они залезают на стены грузовиков, помешаем! Не бы взорвать грузовик. Я вас тоже. Какого дьявола не закрутить патрона? Офигенно. Мне к вам вернуть, пацаны. Сначала надо восстановить все свои боезапасы. Меня теснят! Чего тебя? Подожди, да я бы пополню боезапас. Отлично. Мне так как бы больше нравится. Я вижу, что ли убили. Бля, пиздец какой-то. Я протит мне надоел. Блян. Не дайте лидерам устроить. Слишком много людей теряем. Давайте взорвем тут все и свалим Да-да-да, вот это больно. Пас Лазара. Ну все автоматически берется, прикольно. Где хотя бы вы? Чё? Хватит нас, что тут делает? Кто-нибудь застрелят? Где эта сумка? Да ты гнида, вот! Сам себя зазарил. Все, отлично, 100%. Да, отлично. Так, я здесь. Если бомбу сказали, где она тогда, блядь? Сказали, бомба посла, где я? Да, ебан! Пиздец. Быстрее! Да быстрее!
Этот знает, где эту уродину поставили. Так, не думайте, я без времени. Фальсата бомба. Мам! Мам! Эй, эй, послушай! Ну же, ну же! Эй, эй! Ну как ты? Ты ранена? Нет, нет. Ты как? Порядок. Не знаю. Сделайте что-нибудь. Все плохо? Дело дрянь. Много погибших и тяжело раненых. Близнецы вернутся, нам конец. Никого не осталось. А люди на севере, радианцы. Ты шутишь, что ли? Я видел их где. Они напали на лагерь, где меня держали. Вдвоем. Получили по десятку пуль каждый и скрылись в лесу. Их называли призраками. Но я не слепой. Эти люди были чем-то накачаны. И нам нужно это что-то. Ты предлагаешь обратиться к Иосифу Сиду? Ёбаный в рот! Это было давно. Он оставил нас в покое, мам. Все, что случилось в прошлом, там и осталось. Нифига, Иосифу! Мы здесь одни. И без помощи мы погибнем. Сделка с новым Эдемом – это сделка с дьяволом. Других вариантов нет. Где? Они что-то знают. И нам нужен их секрет. Нас прижали к стенке. Выясни, в чем секрет Иосифа. А я улажу все тут. Окей. Антракт Кармина. Много лет назад. Он тебя не обидел. Как ты? Дядя с бородой? Он просто дал мне. Дядя с бородой. Если он опять придет, сразу скажи маме и мне, ясно? Я здесь хочу. Сам говорил, искать еду надо везде. Да, какой? Его брать нельзя ничего, даже еду. Нельзя? Потому что мы давно знаем этого дядю. И это плохой человек. Он обидел твоего папу и хотел обидеть всех нас. Если снова увидишь его, беги со всех ног. Ты казался сказать. Иди домой, милая. Ей пора понять. Мы не принимаем помощь от эдемщиков. А придется взять помощь у эдемщиков. Почему вы раньше так не сделали, а? Часть вторая. Да! Новые союзы. О-хо-хо-хо-хо. Еще заодное задание. Тайна нового Эдема. Так, но перед этим, как туда забираться, мы посетим двух напарников. Акулу. Рад, что... Вообще, я Карл Виктор Бешоу. Но это хрен выговоришь, так что чаще меня зовут Акула. Это знаю. Добро пожаловать в усадьбу Бешоу. Самое вонючее и шумное место округа Холл. Именно здесь любит спать наш маленький засранец, когда не в духе. Сейчас он наверху, в гнезде, бро. Его зовут Блейд. Он сын моего бро Хёрка. Ну, растим мы его вместе. Знакомо. Блейд весь в отца, обожает пердёж и пердёж. Это для него как колыбельная. Вообще, эта дыра принадлежит рейдерам. Но мы с Хёрком засели тут, когда у мелкого стали резаться зубы. Боже, у меня сердце разрывается, когда чувачок плачет. Только эти сраные рейдеры каждую ночь пытаются нас выгнать отсюда. Так-то мы отбиваем все их атаки, но сейчас что-то дел навалилось. Не продохнуть. Тяжко. Так что, ну это, будь другом, выручи уставшую мамочку. Я понаставил ловушек с трубами высокого давления, но их нужно зарядить. А с Блейдиком я снова валюсь от усталости. Всего 5 минут прийти в себя,
Подготовь ловушки. Ищи клапана для выпуска пара. Офигеть. Готовьте ловушки. Сначала сюда, а потом куда-нибудь еще. О! Нет. Прям по воде пошла круто. Ностальгия не пропёрла, да? Ностальгия раскинула. Ностальгия. Вот так сделать. Чё я туплю? Кстати, я знаю это место. Парк, да, я тут защищалась. Это была сложная миссия, на которую я забил на Far Cry 5. Да, это была миссия с перестрелкой, потом тел сказал, мне нужно достать, мою одежду, там, мой рюкзак, который утонул, я плавать не умею, да, я помню эту миссию. Круть, круть, а теперь увеличь давление при помощи центрального клапана. Какой я умный, блин. Хотя выглядит не очень умно. Покатит, я в сарае, приходи. Здешние жители могут выдержать что угодно. Спасибо. Спасибо за помощь, чел, спасибо. Ты малыша этих дилдаков в масках. Я вообще не высыпаюсь. Надеюсь, новые ловушки отпугнут этих говнюков. Ладно, это мои проблемы. Ты меня выручила и заслужила награду. На, попробуй. Мы с Хёрком сами сделали. Выпивка для рывка. Для личного пользования, поняла? Делимся только с друзьями, ну и с тёлочками, чтобы наладить контакт. Выпить с акулой. Да бомбёж, как убил геотермальный парк. Горячие источники стали серыми. Ты чё, наркоша? Ты мне скажи, если наркоша, я толерантный. Выпить с акулой. А куда идти тогда? А, вовиз. Эй, эй, будь как все! Да, стоило предупредить. Да, это этанол для движков машин. Вах ты! Ух ты, скотина! Бля, он меня похитил, скотина. Чуть сделал такого плохого. Не дай бог потерять вертолет, блядь. Не дай бог. Так. Фух, вертолетик на месте. Но их чё, походу, слишком много. Разберись с ними, как именно решать тебе. И не дай им расхерачить ловушки. Это ловушки должны расхерачить их. Запомни это. Очищайте запад. Довольно зачетному зонтик. Вот они! Хочешь помочь маме взорвать плохих дядей, Биг Блей? Да? Нажми кнопочку. Вот так! Как же я тобой горжусь! Офигеть! Давай гляди, расплачусь! Уничтожь!
Я там прислил, только соседит урода на трубу. А кто урод? Треба засіти під угрозою. Сколько у вас еще урода здесь? Кабава на этот раз. Лагай, падла такая. Я заметил, сволочь такая, сука. Я тебя вижу, блядь, сука такая. Давай. Ну и где, блядь? Ах ты сволочь, сука! Охренеть!
пиздец, 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 пиздец! Где? Вот где? Вот где? Я чего ходы нахуй? Отца, дядя, вежу! Где? 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 Да сука! А то что я сдох, потерпи! Коня, забери! Забери! Я не вижу, вот! Вот, сука, такая тварь, блядь. Где? Это пиздец! Заебал ты, блядь. Спортсмен какой-то. Знаешь, я тут пришел к выводу, это же место вообще не подходит для ребенка. Ну, вообще. Новые куски металла, испарение серы. О чем я вообще думал? Нам стоит переехать в Процветание. Поставлю там свою лавку. Ты заходи, я обеспечу тебя взрывоопасными хреновинами. Фух, это полный хапец. Со всех сторон. Это ужас, это ужас. А Колобашов, ты что, что ты самый умный? Заманиваешь нас в свои ловушки, убиваешь наших людей. Думаешь, небось, что навредил нам? Ну, хрен там. Мне вообще насрать. Меня больше волнует то, что ты считаешь себя смышленым. Делать виста и пуху. Я тебе очко, и ты поймешь, что никакой ты не смышленый. Ты просто мешок с говном. Ай, той офигенный школьник, который умеет бросаться хорошими оскорблениями, да? Вот и какого! Нет, не падай, не падай! Я ехать могу в него сесть. Спокойная помощь близко! Спокойная помощь! Она внизу! Осторожно, там враг! Да я, блядь, вижу! Пиздец какой-то! Блядь, видит вас еще! Надоело мне тут. Да заебали вы уса, сука! Да бери, квадрат! Еще один меньше! Ебаться, копаться! Отправили отряд на квадроциклах! Вы издеваетесь, я не вижу вообще ничего! Ага, сволочек, ты себя спалил. Падла, сука. Отлично, теперь я знаю, куда я пересяду, если что, тут уроды. Ну и где они? Я ничего не вижу. А, вот вижу теперь. Во, вижу! Черный вижу. Пускайся, а я наверху останусь. Сикчик, где враг? Вот он. Как ты до меня попадаешь-то, я не понимаю. Один мопост нас.
Ну что, погнали. Я сломаем все аванпосты, чтобы рейндерам было не сладко. Я за них какой-то камешек. О, вижу вас. Там мы поводить нельзя идти. Это как бы опасное место, нет? Чё ты, чёс? Так. Чё, ещё больше нету, что ли? Где вы ещё? Я вас не вижу. Отправили отряд на квадроциклах. Конец-то, вон всё одно. Спасибо, что стреляет. Хе-хе. Только заметил, почему у него уменьшается пирка здоровья. А во-во-во-во-во. Бас, бас и светло. Сволочи, вот за уехали. Вы прямо такие крутые, пацаны. Прям сюда заехали. Я вас тоже. Прям нереально тупые пацаны. Прямо к нам приехали. Думаю, тебя нас победить сможет. Думаю, тебя мы заспугаемся. Мы вдвоем, а вас нифига. А вы тупые, как пробки. Нужно сменить позицию. Не, надо знать, пока мы всех освободим. Нужно, видимо, последний телек там. Ай, все, один аванпост освобождён! А-а! Я выгляжу как ребенок с этим детским пистолетиком. Да в сопу! Yes! Нужно идти. Сука, ненавижу, когда он бросается, там фонд с ним придурок. Да тоже. Дай их перезаряжу немножко. Третий, сука, ранг, это перебор. Я тоже, блядь. Блядь, я тебя обозаю, тел, блядь. Вот ты, мудак, ёбанный. Ты ёбнутый! Да, блядь, не спи, сука, тебя воскреси. Ладно, давай хоть воскресну тебя. Да давай, всё. Охуеть, они меня выносят! Еще один есть! Помоги мне! То с тобой все нормально, помоги, помогу тебе. Наконец-то, ебать вас в рот, бля. Кого взять? Твой, не хочу. Давай, давай. Срань господня. Поверить не могу. Кармина? О боже, поверить не могу. Давай домой, милая. Встретимся там. Вот мама обрадуется. Спасибо тебе. Огромное. Я торчу тут уже несколько месяцев. Мы даже не отбили все никого. Меня в этот лагерь и заставили мастерить всякую херь для близнецов. Мне нужно вернуться домой. У меня и транспорт наготове. Ну же, погнали, пока еще уроды не нарисовались. Я, кстати, Ник. Приятно познакомиться. Иди за мной. Есть идея. Побег. Ну, значит, три. Я до остальных-то не добралась еще. Ого. Что? Ты че, как мало этого? Только 48 патронов, честно.
Ебал, не хочу, я с тобой идти. Не оденешься как следует. Сгоришь нахер, и к вечеру сможешь на себе яичницу жарить. А потом мне обратно писать. Ты к мозгам сообразал, блядь. Пиздец. Ни хрена себе! О, у них второй ранг. Вижу тебя, тварь! О, тварь, тот второй ранг. Моё! А где ты, блядь? Вот ты где, блядь. Идём, мы почти на месте. Я не хочу с тобой идти, ты в курсе, как я заебусь потом до вертолёта лететь? И как я до сюда заебусь лететь? Мне ещё до этих шизофреников надо дойти. Вот и он! Как я и сказал, не всё ещё сделано, но что уж есть. Но. Допустим. Пока не сядет транспортное средство. Давай, давай. Давай-ка убираться отсюда. Нам по прямой. Идет дальше. Так, F1. F1. Я не понимаю, они даже не говорят, что делать тест. Побег и кара. Сложность за 3 сложности. Офигеть. А че они летают-то? Блядь, иди. Ха. Сука, заебал разворачиваться, книга такая. Вот этот разъёб надо. Yes. Ещё разок. Так. Да блядь! Не лагай, где ты такая? Налево. Чёрт, расчищай путь! Чем? А что ты мне не говоришь? Куда идти? Господи, ебать. Видишь, замолчал, скотина. Ну куда дальше? Куда дальше? Наконец-то. Ой, да там, где меня сталкивали, кстати. Так, может, не стоило этого делать? Погоди, стоило. И куда дальше? Охрененно! Всё, да, отлично. Ты чё, я должна радоваться? Радоваться не хочу. Да бойся где-нибудь, да лечу, я не такая тупая, как вы думаете. Да дело поймём. Ебануться, летать тем же, как я дам, это пиздец. Таким самокатом, забавно. А можно это бросить? Я не долечу, я сразу говорю. Только черепаха летает. Нифига не стреляет. Конечно, эти, сука, пострелки, блядь. Я будто сама не знаю, где находится это место. Урод поганый, да, бля. Все, финишная прямая. Если честно, я уже почти сдался. Не
не думал, что сбегу от этих бандюганов. А я пытался, уж поверь. Как-то вырубил двух динамометрическим крючком. Но потом они накинулись на меня всей шоблой. Сказали, что если я рыпнусь еще раз, они убьют родных. Но, по крайней мере, я узнал, что они живы. Я не был дома вечность. Мы расстались так давно, даже не знаю, что им сказать. Но нафига вы расстались-то? И с кем? Ну, с иной, понятно. Он похож на того, кому ведь я себе встречал в воспоминании. Кажется, пронесло. Спасибо, подруга. Заправимся и домой. Видишь халупу? Нам туда. Но пиздец, на нас еще и охотится. Есть. И лететь обратно. Ебануться. Я сдохну. Но прикатим Розайную на третий, на четвертый уровень. Нафиг так, вот всех. Кармина? Сейчас! А ты не знаешь, где мои кусачки? Здоров. Я вроде положила их сюда. Куда что ли? Стой тут. Они же тут лежали. Ты глухая, что ли? Ко-ко. Что-то ищешь, милая? Приветик. Эй, если ты занята, я пойду. Нет? Привет, дочь. О, как мило. Привет. Спасибо. Не за что. Cut.